Мама, ты такой стороной коробку поставил. На самом деле она у нас вот какая красивая. Ку-ку! Сегодня у нас новогодний челлендж, ребята. Привет-привет! И правила такие. Я сюда буду ложить новогодние какие-то предметы, а Тима или Маша будет просовывать руку в это отверстие. Просовывай. И щупать, что же там в коробке. Помахайте привет-привет ребятам нашим. Ну что, начнем? Да! Ну что, вы готовы отгадывать мои загадки новогодние? Да! А кто же будет первым? Я. Ну давай, ты стоишь ближе. Закрываем глазки, не подглядываем. Можешь начинать щупать, что же там в коробке. Это что, ножницы? Нет, это не ножницы. Новогодние. Нет, даже не новогодние. Я тебе подскажу, это связано с погодой. То, что зимой там падает с неба. Снежколет? Да. Итак, Машулькин, ты готова ко второму заданию? Да. Закрываем глазки. Ну, можно так сказать, что и шарики новогодние. Это шапка новогодняя. Маш, ну не прикалывайся, какая там шапка? Это какая-то проволока. Проволока с шариками. Даю подсказку. Проволока, а на ней шарики. Что? А ну думай, думай, думай. Гирлянда с шариками. Правильно, ты угадала. Это гирлянда с шариками. А давайте ее нацепим вот там сзади нас, и она будет сиять и сверкать. Да. Давайте. С гирляндой. Новогоднее настроение лучше? Да. А играть еще хотите? Да. Челлендж только начался. 1-1. Еще пока никто не проигрывает и не выигрывает. Теперь угадывает Тима. Закрывай глаза. Это... Это какой-то мех? Нет, это не мех, но близко. Это вата? Да, с одной стороны это вата, но что это из ваты? Это... Снег. Ну, снег из ваты не бывает. Ну, искусственный, конечно, может быть, но это не снег. Борода Дед Мороза. Ну, да. У Деда Мороза борода какая? Из ваты. Быстренько закрываем глазки. Маша? Это что какая-то? Это что? Что-то похожее в обертке. В обертке, правильно. Это что, какая-то кукла в обертке? Нет, не кукла, но в принципе можно сказать, что это кукла. Это что, шоколадная конфета? Да, это шоколадная конфета. Дед Мороз! Правильно, это шоколадный Дед Мороз. Вот такой классный. Кто любит шоколадных Дедов Морозов, ставьте лайки. Закрывайте глазки. Открываем глазки. Это висящая гирлянда с пушинками. Ну как тебе сказать, это не гирлянда, но пушинки там есть. Это подсказка. Да, это подсказка. Это снежинка. Правильно, это снежинка. Вот такая вот снежинка, украшение на елку или просто в комнате. Классная? Да. Смотри, какая блестючая, правда? А давайте вспомним, какой у нас счет. Значит, снежинка, снежколеп и борода были у Тимы. Значит, у Тимы было 3, а у Маши гирлянда и Дед Мороз. Значит, у Маши 2. А 3-2. Пока в пользу Тимы. Тим, тебе что, уже стало жарко? Ты перестал быть Дедом Морозом?
Итак, закрываем глазки. Ля-л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 я. Маша, открывай. Это что, что-то завёртано? Ну, закрученная, да. Это что, как картон? Ну, картонка, да. Хлопушка. Ну, ты быстро отгадала, Маша. Да, это хлопушка новогодняя. И по последнему разу сейчас играем. Потом, ребята, потом у нас конкурс. Так что смотрите нас до конца. Давай, я уже готов. Если готов, закрывайте глазки. Ля-л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 я. Ну, картон, да, есть. У него еще есть углы. Да, это картон с углами. Есть ручка. Есть ручка. Ну, думай, 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 это думай. Картонная сумка. Ну, можно так сказать, что это картонная сумка. А что именно? Сдаюсь. Ну, даже подумать не хочешь. Ну, что в голове ничего не укладывается. Тогда поворачивай коробку к себе и смотри, что там. Какой-то бордовый пост. Это же новогодний подарок от Деда Мороза. Ты же сам Дед Мороз. Ну что, Маша, теперь твоя очередь. Еще и последняя очередь. Маши, если сейчас Маша отгадывает, Тима проиграл. Так что, Маша, постарайся очень сильно. Закрываем глазки. Закрываем глазки, а тут идет кто-то. Тыщ. Давай. У него есть подставка. Есть подставка. У него есть ножик. Да. У него есть штаны. Вывод. Кто это? Что это? Шапка. Значит, это... Снегурочка. Маш, ты не угадала. Это не Снегурочка. Смотри, кто это. Смотри, смотри, кто это там. Платформа? Да. Вот это да. На самом последнем Маша прогорела. И счет ничей. Опять ничья, ребята, ну вы даете. Тима, ку-ку. А теперь... Хо-хо-хо, я Дед Мороз, и я разыгрываю спиннеры. Да, ребята, вы помните, у нас был конкурс на 3 спиннера. И сегодня Тимофей-Дед Мороз их разыграет. Приготовились? Да. И первый спиннер получает. Смотрим, кто. Тимофей, нажимай. Сканируются комментарии. И у нас победителем становится Дашин канал «Быстрые». Не знаю, что. Даша, поздравляем тебя. И еще один спиннер получает. Тима, нажимай. Кому же повезет в этот раз? Смотрим. Евдокия Беляева. Поздравляем тебя, Евдокия Беляева. Свяжись с нами. Следующего победителя выберет Машенька. Давай, Маша, нажимай. Кому повезет? Маша уже... Вон Тима уже показывает 3 спиннера. Кто же победитель? И это Алена Шулька. Поздравляем, Алена, тебя. Итак, у нас уже есть 3 победителя. Пожалуйста, ребята, свяжитесь с нами или по электронной почте, или в комментариях, или в личных сообщениях. И мы вышлем вам спиннеры. Поздравляем победителей! Готовитесь к конкурсу! Подписывайтесь на канал. И Маша. Пока-пока. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, ведь в следующем видео будет тот же конкурс. Пока-пока, ребята.